Разочарование в человеке. Сейчас все чаще слышишь, что люди говорят, я вот разочаровалась или разочаровался в другом человеке. И самое важное – не ожесточиться. Потому что если вы ожесточаетесь, вы, по сути дела, ну, во-первых, вы закрываетесь, внутри начинает формироваться вот такой как бы настрой, недоверие, ощущение несправедливости мира, ощущение того, что, возможно, вы что-то как бы нехорошее сделали. Но вы сделали хорошее. Разочаровываемся мы, будучи очарованными. Вообще это очаровательно, очаровываться людьми. И вы таким образом даете им шанс. Понимаете, если вы даете им шанс стать лучше, когда вы ими очаровываетесь, когда вы им говорите про то хорошее, что в них есть. Это для них шанс. То, что они этим шансом не воспользовались, ну, это был их выбор. Но вы думаете про это, как про то, что ну, вы сделали все, что могли, потому что действительно этот человек был вам не безразличен. Ну, а на нет и сюда нет.